Четвертая школа. Сегодня выдалось патриотическое утро. Ученики средних классов искали ответ на вопрос, что такое любовь к родине. О самом важном поговорили в рамках открытого урока, который посвятили Дню Конституции. В актовом зале школы собралось более 200 человек. Выступили учащиеся кадетского класса и участники федерального проекта «За нами Москва». В гости к ребятам пришла уполномоченная по правам ребенка Рима Галушина. Детский омбудсмен напомнила ребятам о их правах. А большой друг школы, ветеран Великой Отечественной войны Василий Самойлов о главной обязанности каждого ребенка. Какая ваша обязанность? Ваша обязанность – хорошо учиться. Вместе с губернатором округа Игорем Кошиным ребята искали ответ на вопрос, что такое любовь к родине. Любовь к родине – это не что-то такое огромное, абстрактное, непонятное. Это вполне простые и понятные вещи. Это любовь к своим родителям, любовь к своим родным, близким, к своему дому, к своей школе, к своему классу, к нашим белым ночам, к нашей бескрайней тундре. А еще любовь к родине – это бережное отношение ко всему, что нас окружает, отметил глава региона, в том числе бережное отношение к людям, которые являются частью истории нашей большой и малой родины.